Are you tired of studying English? Well, hang in there. It will get easier soon. Устали изучать английский? Держитесь, скоро станет легче. Привет всем! Сегодня изучаем идиому hang in there. Для начала дам определение по-английски. To hang in there means not to give up. This phrase is used usually to tell someone not to give up, even there are some difficulties. То есть фраза to hang in there означает не сдаваться. Эта фраза обычно используется, чтобы сказать кому-то не сдавайся, несмотря на сложности. То есть эта фраза так и звучит hang in there, как бы продолжай висеть там, виси там. Давайте создадим образ. Держимся мы за какую-то перекладину, вот изо всех сил. Если отпустимся, упадем, разобьемся. Так вот, мы держимся из последних сил, нам очень сложно. И кто-то нам говорит, ну держись, держись, и мы держимся, да? То есть hang in there, виси там. Не сдавайся, потерпи, все исправится. It can get tough in the middle of an academic year, but hang in there and it will be okay. В середине учебного года может быть очень сложно, но держись и все будет здорово. It can get tough in the middle of an academic year, but hang in there and it will be okay. Пример из сериала «Теория большого взрыва», шестой сезон. Говард, Хауард, находится на Международной космической станции. Ему там тяжело, он устает, его достают космонавты, и жена ему говорит. Well, hang in there. You just have a couple of days to go, and then you'll be home. Ну, потерпи. Тебе осталось пару дней, и потом ты будешь дома. Well, hang in there. You just have a couple of days to go, and then you'll be home. Ну вот и все на сегодня. Изучили еще одну прекрасную, очень популярную в английском языке идиому. Используйте ее иногда в своей речи. Надеюсь, что этот урок показался вам полезным. Теперь вы будете понимать носителей лучше. Если вам действительно урок понравился, то ставьте лайк. Это очень мне поможет и это будет мотивировать меня делать еще больше интересных, полезных видео для вас. Делитесь и подписывайтесь, если хотите продолжать изучать английский вместе со мной. А на этом все. Увидимся в следующем эпизоде. Начинайте свое утро с английского завтрака. Пока!